Бывает такая ситуация, что вы теряете какие-то важные данные, фото, видео, контакты, смс, еще какие-либо данные, не имеет значения, это может быть мессенджеры и так далее, и так далее. Данное программное обеспечение позволит вам решить данную ситуацию, вы всегда сможете восстановить все утерянные данные. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Итак, друзья, как вы понимаете, данная программа имеет три пункта основных. Это вытащить удаленные данные с iTunes и с iCloud. То есть нам придется зарегистрироваться, то есть где-то какие-то данные ввести, но это всегда тот бэкап, который поможет вам восстановить абсолютно все данные. Все те данные, которые у вас есть на устройстве, вы там их можете сохранить и перетягивать, даже включая Android устройство. Точно так же вы сможете перекидывать как на Android, так на iPhone, как оттуда и туда. В обе стороны пользуйтесь как хотите. Давайте же посмотрим, что это за программное обеспечение. Смотрите, ребятки, суть приложения проста. Вот мы кликаем здесь на основное окошко, мы здесь выбираем все те пункты, которые нас интересуют, где мы будем восстанавливать данные. То есть фото, видео, сообщения, мессенджеры, контакты, смс и так далее, так далее. Все то, что нам здесь доступно, мы здесь отмечаем по необходимости то, что нам нужно вытащить эти данные. То есть мы делаем резервную копию, мы также можем это все дело выделить и восстановить. Как этот процесс происходит? После того, как мы это все выделили, жмем ОК, и этот процесс у нас занимает какое-то время. Нам нужно подождать и вытащить эти данные. Если нам нужно вытащить данные с iTunes, нажимаем с iTunes, и вот в принципе все написано. Если iCloud, здесь нам нужно залогиниться, ввести логин и пароль, все данные будут нам доступны. То, что касается последнего пункта, это fix iOS, то есть пофиксить какие-либо неисправности в данной прошивке. Данное программное обеспечение позволяет нам восстановить данные непосредственно с устройства iOS с iTunes. Поддержка более 35 типов файлов, SMS, контакты, фото, видео и так далее. То есть мессенджеры, поддержка WhatsApp, Line, WeChat, бэкап и восстановление только для Mac. Совместимость с последними версиями iOS, iPadOS 14, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и Pro Max. Режим восстановления без потери данных с тремя режимами восстановления. Этот мощный инструмент восстановления данных iPhone способен за считанные секунды найти все, что вы хотите восстановить. Моменты вы больше не потеряете ни одного байта. Восстановите удаленные данные с iPhone и iPad. Короче, все понятно, доступно. Вы можете восстановить все данные. То есть сразу же подключите ваше устройство. Забэкапьте все полностью. Ваш iCloud, ваш iTunes, все. СМСки, мессенджеры, контакты, полностью вы все можете забэкапить. В том случае, если вы что-то удалите, вы всегда можете подключить и восстановить все эти данные без проблем. Точно так же и до этого, в принципе. То есть долгожданное ПО, вот вся совместимость, которая у нас поддерживается у устройства, ну и точно так же на те самые, как для Windows, так и для Mac OS. Все доступные ссылки будут в описании, в закрепленном комментарии. Вот так вот, друзья. Поэтому, чтобы не пропускать мои новые видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте ваше мнение в комментариях, какое у вас устройство, iPhone это или Android, какая у вас версия прошивки, как у вас с автономностью и так далее, и так далее. Все, в принципе, полезные ссылки, которые вам могут пригодиться в описании под видео. Скоро увидимся!